Здравствуйте, с вами интернет-магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор от компании Karuda КРТК-148. Набор состоит из 148 предметов. Является профессиональным, изготавливается на острове Тайвань. Это чисто тайваньская фирма. Уже завоевал много отзывов хороших в Украине. Правда, он не так давно у нас уже представлен. Что указывается важного на упаковке? Это пожизненная гарантия на инструмент Karuda. Адрес, где изготавливается набор, то есть завод. Адрес завода сделан на Тайване, здесь виден упаковки. Karuda, пожизненная гарантия. И сама комплектация набора. Материал изготовления инструмента в наборе — хром-ванадиевая сталь. В наборе два рабочих квадрата. Квадрат 1,2 и квадрат 1,4. Ну и под них идут трещотки. Трещотки в наборе у нас 36 зубьев. То есть считаются силовыми. Но все равно не рекомендовал бы ними срывать гайки или докручивать их до упора. Для этого есть вороток, который есть в наборе. Трещотки на 36 зубьев. Длина трещотки под квадрат 1,2 составляет 250 мм. Рукоятка здесь полностью из пластика идет. Надпись Karuda на металле. Имеется номер согласно каталога. Кстати, такой номер имеет каждая единица инструмента в наборе. То есть по этому номеру вы можете потом по каталогу Karuda или в электронном виде, или в бумажном есть каталоге, подобрать такую же самую трещотку, допустим, если она у вас потерялась. Трещотки имеют реверс и быстрый сброс. Трещотка под квадрат 1,4, длина ее 150 мм, также разборная, есть реверс, быстрый сброс, рукоятка из пластика. Отверточная рукоятка применяется или с битами. Вот такой вот переходник есть в наборе. Или применяется с головками под квадрат 1,4 дюйма. В рукоятке есть присоединительный квадрат еще. Можно подсоединять трещотку, получаем отвертку с реверсом. Или также удлинять удлинителем. Если куда-то нужно достать, в зависимости от работ, которые вы будете проводить. Клещи зачистные для проводов, длина их 240 мм. Вернее, не 240, а 220 мм. Рукоятки здесь из пластика. Также имеется такой вот набор клемм. Клещи переставные, длина 240 мм. Здесь рукоятки полностью из металла, без накладок. Тоже очень полезная вещь в наборе. Молоток, длина 300 мм, вес 300 грамм. Рукоятка деревянная. Плоскогубцы, длина 180 мм. Рукоятки пластиковые. Так, набор зубил и набор выколоток. Зубила здесь две штуки. Длина 200 и 150. Ширина рабочей части. Одно зубило 24 мм, и второе 18. Выколотки и кернер есть. Длина выколоток составляет 150 мм, и кернер длина 120 мм. Так, далее карданы под квадрат 1,2 и под квадрат 1,4. Карданы скреплены металлическими вставками. Удлинители под квадрат 1,2, два удлинителя 75 и 250 мм. Инструмент в наборе имеет матовое защитное покрытие сверху. Хром-ванадиевая сталь, материал изготовления. Удлинители под квадрат 1,4. Три удлинителя 50, 100 и 150 мм. Удлинитель 150 мм — это гибкий удлинитель для труднодоступных мест.
Далее. Головки. Головки в наборе шестигранный профиль имеют. Общее количество головок здесь 28 штук. Самая маленькая 4 мм головка под квадрат 1,4. И самая большая 32 мм. На головке надпись 32 мм, Karuta инструмент и номер согласно каталога CRV Chrome Vanadio iStyle. Вес головки 32 мм, составляет 222 грамма. Далее свечные головки 16 и 21 мм. Имеют внутри резиновые вставки для того, чтобы свеча не выпадала при откручивании. Так, верхние крышки. В верхней крышке набор бит под квадрат 1,2. Есть биты длинные, 7 штук. Применяются они с переходником. Вот такой специальный переходник есть под биты. Он потом подсоединяется или в трещотку, или в шардирный вороток. Я покажу его. Вставляйте нужную биту. И есть биты короткие. Кстати, длинные биты, здесь только шестигранный профиль. Есть биты короткие, здесь торкс, биты крестовые и шлицевые. Общее количество 14 штук. Все биты подписаны согласно размеров, ну, ячеек, в которых они находятся. Так, шарнирный вороток. Вот такой есть в наборе. Он применяется с головками. Квадрат 1,2, то есть для того, чтобы сорвать гайку или докрутить ее до конца. Длина воротка составляет 340 мм. Так, набор ключей. В наборе 16 ключей комбинированных. Самый маленький размер, это 6 мм ключик комбинированный. И самый большой размер ключа здесь на 27 мм. Хотелось бы отметить, что инструмент изготовлен очень качественно. Нет следов от литья. То есть сразу видно, что профессиональный инструмент и не где-то изготавливался в подвале. Это можете ближе посмотреть. Без вопросов. Визуально по литью нету. Отвертки. Еще в наборе есть 4 отвертки. 2 шлицевые и 2 крестовые. 2 отвертки по 200 мм и 2 по 40 мм. Рукоятки здесь из пластика. Т-образный вороток под квадрат 1,4. Длина его 12,5 см. Т-образного воротка под квадрат 1,2 в наборе нету. Вместо него есть под квадрат 1,2 шарнирный вороток, который я уже показывал. Так, по комплектации все. Визуально я сказал, что инструмент не вызывает никаких вопросов по литью. То есть все аккуратно отлито и без всяких там следов, заусениц всяких от литья и вмятин. Инструмент профессионального качества. Страна-изготовитель Тайвань. Теперь как закрепляется инструмент в верхней крышке, чтобы он не выпадал у вас при закрывании набора, потому что это очень неприятно. Здесь очень хорошо все держится, то есть только надо доводить до конца, когда вставляете. Кейс состоит из двух частей, скреплен пластиковыми зависами, но внутри имеет металлические штыри. Набор закрывается на 4 пластиковые защелки. Защелки на металлических вот таких вот петлях находятся. Теперь по кейсу самому, по размерам. Набор большой довольно, тут как бы предметов много. Чего нет в этом наборе? Здесь нет головок длинных и нет головок торкс. То есть это нужно будет докупить, если вы ними пользуетесь. Ширина кейса составляет 52 см, длина 38, высота 9,5 см. Вес набора составляет 11 кг. Кейс полностью из пластика, с темно-синего цвета. По качеству пластика вопросов тоже нет,
все очень хорошо изготовлено. И жесткость средняя. То есть нажимом пальца подавливается, но хорошо пружинит. На верхней крышке надпись «Каруто инструмент». Номер по каталогу 148 предметов. Запирание, как я говорил, на 4 замка. Два передних и по бокам еще по 2 замка пластиковых. Видите, металлические здесь накладки есть на самих замках с надписью «Каруто». И такая вот удобная ручка. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Кому понравилось видео, ставьте лайк. У кого был опыт использования уже такого набора, оставьте, пожалуйста, комментарий. Спасибо, до свидания.